в ДНХ мне было непросто, но я ведь дал ему слово. На следующий день к Рижской уходил караван. Караванщик набирал охранников, и я завербовался. Извини, Артём, тут пока закрыто. Только дозорные могут пройти. Прости, парень, пока не могу тебя пропустить. Прекрасно. Где ты вообще эту запись нашел? Пришлось заплатить хренову тучу патронов за эту штуку. Точно не жалеешь, что купил? Здорово, Артём! Чего я терплю? Говорила мне мама держаться от тебя подальше. Говорила, что ты дебил. А теперь давай нарисуем что-нибудь другое. Ну, например... Давай нарисуем домик, в котором ты хочешь жить с папой и мамой. Черт, и приснится же такое. А домик большой? Опять снилось, что я на поверхность попала. А когда вернется мама? Вот, этот мужчина, так он в глазах, оборачивается ко мне и говорит. Девушка, если ты моя... Невозможно просто. И люди грязные, злые, лицемерные, предатели смешные. Правда, везде грязь. Это еще что? Вот я это ты, Артём? Слушай, дай поспать, а? А то мне скоро на дежурство. Проваливай, Артём. Петя, ну я же просил тебя никуда не отходить. Знаешь, как я за тебя волнуюсь? Никогда, никогда. Артём, прошу тебя, у меня сын болеет, Антошка. Ты не мог бы, неловко как, хоть пару патронов дать нам на лекарства, а? Я тебе верну, как только смогу. Да найди ты эти чертовы деньги. Спасибо, Артём. Есть еще добрые люди. Вот, посмотри, реально шли. Ломом не пошибешь. Без хорошего автомата, считай, нету солдат. Опять нажрался. Давай, вставай, скотина пьяная. Ну давай, Сашка, выбирайся, папа. Зинина! Что с Зинином? Можно я тебе твоих снежинцев завтра забрать? Не дочитал еще. Сколько можно синячить? Ты че, Артём? Ты че, блин? Ты у нас с пустыми руками собрался? Дуй в оружие, ну и прибарахлись как следует. Артём, ну ты тормоз, блин. Иди в оружейную. Господи, с алкашом лечу. Так что у нас с этим новичком? Похоже, совсем зеленый еще, да? Эй, Артём, тебе оружие нужно? Давай-ка посмотрим. Автомат калибра 5.45. Сделано на Кузнецком мосту. Стреляет криво, перегревается в 2 секунды. Поэтому называется ублюдком. Значит, годен в воинской службе. Стреляй и пригибайся. Вот и вся наука. Стреляй короткими очередями и патронов не забудь набрать. Универсальная зарядка для фонаря. Батареи заряжать. Ну и противогаз. Надевай везде, где высокая радиация. Или на поверхности, если тебя туда, ну, не дай бог, занесет. Армейские аптечки на всякий пожарный. Так, теперь все, окей. Хочешь опробовать свой арсенал? Прошу в мой тир. Ну и просто постарайся первое время особо не высовываться. Окей?
свое. Ты думаешь, мы доживем до того дня, когда снова сможем жить наверху? Я вот никогда вас не видел. Только старые фотографии. О, привет! Ну чё, как больше? Ты готов? Слава. Слышал уже, наверное, что мы собираемся с Рижской заключить договор о союзе. Ну и в качестве жеста доброй воли этим караванам отправляем им пока что гуманитарную помощь. Они там бедно живут. Вы должны приглядывать за грузом. Ехать тут недалеко, и туннель вроде спокойный. Артем, послушай нас. Я вижу, ты все на Хантера засматриваешься. Тоже хотел бы сталкером стать, наверное. Но у сталкеров, у них ведь другая жизнь. Они от природы суровые, жестокие даже. Ты не такой. Так что не играй там особых героев, ладно? Проводишь караван до Рижской и возвращайся домой поскорее. Береги себя. Не додышаться. Какой прекрасный мир. Помню, читал где-то, что Калашников очень гордился своим изобретением. Гордился тем, что... Кончай с этим, у меня дела поважнее есть. Еще задумайся. У нас у всех патроны есть такие. Все самое свежее. Подходи, выбирай. Все, готово. Теперь опускай. Артем, сюда. Давай, блин, быстрее. Честь имею. Ну что, готов выдвигаться? Готов? Тогда двинули. Твое изобретение – главное орудие... По местам! Ты, Артем, садись сюда. Никто ничего не забыл? Все, затарился. Тогда пошли. Эй, ребята, вы на Рижскую едете? Типа того. Не подбросите? Не вопрос, но зайцем не поедешь. Придется поднапрячься чуток. Всегда готов. Тогда двинули. Ну все. Удачи всем, кто остается дома. А нам с вами, парни, удачи вдвойне. Ну, мужики, поехали. Пожелайте нам удачи. Ну как, готовы немного прошвырнуться? Круто, да, Артем? Наконец-то свобода. Хотя бы на время поездки. Думаю, будет здорово. И опасно. И это еще круче. Так я покинул родную станцию. В первый раз с далекого детства. Мне было неловко, что я не сказал отчиму всей правды. Я не собирался возвращаться домой с Рижской, но я не мог подвести Хантера. Так откуда ты? С Рижской. Я тут челночу помаленьку, туда-сюда, покупаю товар. Метро, наверное, повидал, а? Давай, давай, двигай. Ну да. Ближайший базар на следующей станции за Рижской. Там уже большое метро начинается. Я раньше частенько в поле съездил. Ну а теперь туда так просто не попадешь. Нужно или везение, или паспорт гражданина Ганзы. А что ты? Ну, Ганза ведь все метро соединяет своим кольцом. И станций у нее куча. Но чужаков там не любят. А если через Ганзу ты не можешь пройти, потому что гражданством не вышел, тогда тебе дорога лежит через красных фашистов или через простых бандитов. А эти ребята в последнее время совсем озверели.
Эй, ребята, если никого рядом нет, друг другу глотки режут. Что случилось, Петь? В Алексеевской застрял военный караван. Какое-то обрушение туннеля или что-то в этом роде. Так что вам придется ехать по служебному туннелю в обход Алексеевской. Вот дерьмо. Ненавижу этот тоннель. Ладно, Петр, открывай ворота. Не торчать же здесь пожизненно. А что у него такого в этом туннеле? Ну, это вроде как обычный тоннель с виду. Темноватый только. Я в прошлом месяце шел им, и не понравилось мне совсем. Поосторожней там. Ничего, мы на дрезине, вооружены. Все будет хорошо. Если поможете качать, доберемся быстрее. Женя, помоги ему. Нам этот тоннель поскорее бы проскочить. Артем, прикрывай тыл. Есть. Домчим нас до Рижской в 3 секунды. Нам убираться отсюда надо. Давайте побыстрее, а? Мне тут страшно с ними. Страшно и жалко их очень. С кем это? С ними. Ты что, не слышишь, как они плачут? Ты про кого говоришь? Какие они? Да что тут творится такое, а, Борис? Борис! Что это со мной? Что? Что со мной? Артём! Сюда! Если мы хотим выжить... Мы должны уничтожить эту угрозу. Любой ценой. Ah!
Что тут такое произошло? Блокпост. Добрались. О, Господи. Пути, Рижская была только первой остановкой. Но дальше я должен был идти один. Перед тем, как расстаться, мы выпили за то, что остались в живых. Говорят, водка делает храбрее. Но мне было все так же страшно. Зато я нашел нового попутчика. Поначалу он мне очень не понравился. Ладно, мужики, давайте выпьем за нашего Артема, которому ни чудище, ни аномалии нипочем. За Артема! За кого нам пить-то? За тебя только. Черт, если бы не ты, пацан, от нас бы мокрого пятна не осталось. Тебе впору медаль дать. Медали нет, но есть патроны. Держи. За тебя! Давай, Темка. За тебя. Блин, ты что, правда непробиваемый для аномалий? Посмотрим, непробиваемый ли он для водяры. О, точно. Надо проверить. За удачу и за Артёма. За тебя. Спиртяжка, что надо. Ух! Так что там с вами произошло? Тоннели до проспекта Мира закрыты. Значит, на базар мне не попасть. Такая скука торчать в этих трущобах на риске. Короче, мы вроде как прошли сквозь невидимую волну. Благодаря и тебе отрубились, у меня сегодня тоже в тот самый момент, когда на нас бросилась целая орда носачей. Артём нас спас. Все выдержал, остался на ногах. Видно, этот тоннель на него не подействовал. Так что он отстреливался, дрался как лес. Черт, не знаю даже, как мы добрались сюда. Вы грубые солдафоны. Как смеете вы препятствовать мне? Я имею полное право свободно передвигаться в метро. И пусть я погибну, зато я сам сделал этот выбор. А? Что ты сейчас сказал? Налетай, разбирай. Меняйте только у сертифицированного менялы. У меня.
выстрел. Ну чё, забьется, что он все мазанет. Да хоть пол-литра. На, смотри. А, ну видишь, ползет. Ну раз и дураку везет, пусть еще попадет. Ты чё, обурел? Опять попал. Не, ну вообще. Вот дает, это уже интересно. Ну ё, знаешь. Видал, миндал, еще попал. Да какой, сейчас точно попал. Готов, чувак. Вот это я стрял. Не, ну вообще. Предложения, скидки, лучшие пушки от лучших мастеров. Ну и ладно. Привет. Острее не найдешь. Договорились. Любые калибры. Лучший курс. Ну и ладно. Крутяк! Вы правда прямо на дрезине сюда приехали? Ты Артем? Ну да. Тебя тут ищет один человек. Вот я там, бы тоже хотел на ней покататься. Если дашь мне пульку, а я тебя к нему отведу. А? Эй, малыш. Спасибо. Пошли со мной. Похоже, мне пора. Запахло поркой. Вон он сидит. Ну ладно, мне пора. Пока. Подойди-ка. Ты Артем, да? Садись. Меня тут все Бурбоном зовут, и ты можешь звать. Слушай, пацанчик, у меня дельце есть на Сухаревской, а эта гребаная станция закрыта. Но меня так просто не закрыть, много кто пытался. Короче, тут есть один проход. Местные боятся его использовать, называют проклятым. Но я слышал, что вся эта муть в туннелях на тебя не действует, да? Ну, значит, тебе и проклятый ход нипочем. Короче, помоги мне добраться до Сухаревской, а я тебе калаш за это. Договорились? Ну и ладушки. А это тебе аванс. На дорожку отовариться. Ну чё, готов? Да нечего сидеть в этом навозе. Вшей кормить можно и в более гламурных местах. Thank you.
Нет, серьезно. Вот что ты ожидаешь услышать от рядового солдата на этой станции? Надо обязательно тыкаться во всех, да? Но за твою любознательность я награжу тебя и исполню три твоих желания. Чудеса случаются, парень. Веришь? Зря. Все, отвали. Побыстрее, давай! Я даже и до станции-то на самом деле не знаю.